Как всегда, арт-джижель пройдет в полевых условиях. Тема этого лета – искусство как мир самовыражения. Под руководством неизменного лидера пленэра Валерия Колтыгина участники будут строить печи, заготавливать дрова, заниматься обжигами и творить. Из обычной глины и шамотной массы керамисты вручную будут создавать произведения искусства. Когда, например, уже готовая форма существует и ее нужно декорировать, художник покрывает, допустим, какой-то глазурью или каким-то цветом и ставит в печь, он не всегда может предположить, какой цвет в конце концов получится. То есть это искусство во многом случая. Более 20 дней на базе отдыха в Вербках участники пленэра отработают традиционные технологии обвара и дымления, проведут эксперименты и применят новые креативные технологии. В этом году в арт-джижеле участвуют как молодые керамисты, так и опытные мастера. А география творческого форума расширилась до Бразилии и Египта. Конечно, очень интересно посмотреть на работу керамистов, которые вот впервые к нам приедут, потому что каждый керамист несет особенности культуры своей страны. Хочет он, не хочет, применяя какие-то современные подходы в искусстве, тем не менее, какие-то традиционные взгляды все равно не сохраняются. Завершится арт-джижель выставкой «Искусство живого огня», которая откроется 6 августа в Бобруйском художественном музее. А затем она будет экспонироваться в Национальном центре современных искусств столицы и в Могилевском областном художественном музее имени Масленникова. Самая яркая часть пленэра, обжиг центральной скульптуры, пройдет в начале августа. Увидеть магический ритуал может любой желающий. Людмила Любимцева, Иван Боровой, Бобруйск, 360.